И в этот раз я решаю на тесте. Сейчас будем кайфовать от комфорта. Посмотрим, что же любит академик. В прошлый раз был Porsche, я по нему реально скучаю, но я хочу закатить. Ребята, зацените новинку долгожданную. Появился ремень Trailhead с очень прикольной, интересной застежкой. Уже в наличии на Лиговском 50. Отличный питерский солнечный денек, и мы около Trailhead, и не просто так, потому что я только что собрал 3 пака моего мерча победителям на нашу коллабу Цех-85 и Сергей Стилов. Мы целый месяц питались роллами и болами, за что вам огромное спасибо. Ну и, собственно, эти 3 пака обретут скоро своих владельцев. Также еще были разыграны 2 билета на дрифт-соревнования. И самый, наверное, жирный приз – это урок дрифта со мной. Всем спасибо, кто участвовал. Ну а до места доставки поедет она в прекрасном вот этом салоне Range Rover. Спасибо огромное Galeon Car. Предоставили мне такую тачку. Пока тундра на ТОшке. Так, еще важная новость. Завтра будет мероприятие от Let's Drift на автодроме СПБ в воскресенье. И Let's Drift организаторы предоставили мне вот такую небольшую пачечку проходок бесплатных. Кто хочет туда попасть завтра, по одному в руки, в принципе, вы можете забрать в магазине на Лиговском 50 в Trailhead. Сейчас здесь оставлю. Здесь их реально немного, но я думаю, людям некоторым хватит, которые ворвутся первыми.